В эти выходные гидрометцентр обещает ульяновцам потепление, а значит, таяние снега и льда. При плюсовых температурах ледяная корка способна уменьшаться на 5-10 сантиметров ежедневно. Особенно это опасно на небольших реках, таких как Свияга. По ней традиционно каждую зиму протаптывается народная тропа в районе моста. Так люди на свой страх и риск сокращают себе маршрут. Вот как перейти? Я живу вот наискосок. Как дорогу перейти, скажите? Через мост? Ни одного пешеходного перехода. В прошлом году я уже в это время тут не ходил, потому что уже было, правда, опасно. И опасный вот ближе к тому, к мосту. Вот там опасно. Почему? Потому что там течение. А где течение, там всегда лед намного тоньше. На реке сельдь набирает обороты шудоход. Толщина льда от 20 до 45 сантиметров. На Свияге где-то от 20 до 35 сантиметров. Если брать, допустим, Свиягу, то это район котлованов, вот, район около Аквамола. Вот если брать Димитровград, то это район моста. Толщина льда меняется по всему руслу, и где именно подстережет опасность, предугадать трудно. По данным ГИМС, в этом году происшествий на водоемах не было.